А в галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова состоялось награждение других лауреатов молодежного творческого конкурса «Тверской пейзаж». Попробовать силы в состязании могли молодые живописцы-пейзажисты. Тему продолжит наш корреспондент. «Тихая заводь» – так называется картина юной художницы Кристины Башиловой, которая стала лауреатом конкурса «Тверской пейзаж». Девушка обучается в художественной школе имени Валентина Серова в Твери. Рассказывает, что больше ее привлекает пейзажная живопись. Через них можно, мне кажется, только передать, что именно ты хотел сделать. Ну, то есть не то, что внутреннее состояние, а можно как-то более точнее передать задумку. Конкурс пейзажной живописи организован в 2006 году народным художником СССР, почетным гражданином Тверской области Ефремом Зверьковым. С 2012 года конкурсы проводит и спонсирует вдова живописца Любовь Шершова. Это прекрасно, что люди приобщаются к искусству, и особенно маленькие люди, дети. Дети тянутся к искусству, дети эстетически воспитываются. Возможно, они никогда не будут художниками профессиональными, но останется у них чувство прекрасное, и они будут понимать, это прекрасное. В этом году оргкомитет конкурса принял решение расширить количество участников и ввести новые номинации. Так, помимо студентов Тверского художественного колледжа, участие приняли воспитанники художественной школы имени Валентина Серова, студенты кафедры музыкального и изобразительного искусства Института педагогического образования Тверского государственного университета. Для них это первый, может быть, шаг в профессиональном искусстве, в профессиональной своей деятельности. Поэтому каждый год, когда мы смотрим на картины, на работы этих ребят, то мы понимаем, что таланты на земле Тверской не переводятся. И все, что началось с Венецианова и Сороки, продолжается и по сей день. Галерея пейзажа имени уроженца Верхневолжья Ефрема Зверькова открыта в Твери в декабре 2016 года. Галерея проводит большую просветительскую работу. Достаточно сказать, дважды наши проекты были одобрены фондом президентских грантов. И вообще галерея, как говорят жители нашего города, нашей области, это уютное совершенно помещение, располагающее к разговорам, добрым, душевным разговорам о великом, о большом, о творчестве, о пейзажной живописи. В начале декабря галерея пейзажа стала официальным филиалом Тверской областной картинной галереи. Здесь продолжат поддерживать молодых художников. Мы надеемся вот эту линию отношения Зверькова к своей земле, к молодому поколению, которое должно произрастать и должно нам давать снова больших художников. Я думаю, что мы ее продолжим. Этот филиал будет всегда это помнить. Конкурсные работы были представлены по двум темам: природа Тверского края, мой город и его окрестности. Главные критерии оценки жюри – соответствие темы, верность традициям реалистической живописи, соответствие требованиям к жанру пейзажа, художественное решение и оригинальность работы.